Перехват. В бою участвуют две команды. Цель каждой — отключить сервера противника с помощью радиоданных. Для победы необходимо доставить больше радиоданных, чем противник. Радиоданные находятся в разных зонах. Они появляются случайно на одной из трех точек в начале боя. Игрок должен подобрать радиоданные и загрузить их на сервер. После того, как игрок подобрал радиоданные, начинается отсчет времени. Это время, за которое игрок должен успеть донести радиоданные до сервера, либо они самоуничтожатся. Выносливость быстрее восстанавливается на базах. Игроки, выведенные из строя, могут возродиться через некоторое время. Если игрока добивает противник, время возрождения увеличивается. Игроки возрождаются в том же месте, где стартовали матч. Игроки, находящиеся в зоне возрождения, неуязвимы. Сражайтесь за радиоданные. Играйте в команде. Удачи в бою!